Всем привет! Сегодня будем готовить карпа в сметане, запеченную в духовке в рукаве. Чтобы рыба получилась максимально вкусной, нужно избавиться от речного запаха и привкуса, характерного для карпа. Небольшой секрет, как это сделать, увидите в данном ролике. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем выпотрошенную тушку карпа и делаем поперечные надрезы на расстоянии около сантиметра друг от друга. Как с одной стороны рыбы, так и с другой. Затем посыпаем карпа солью, перцем приправой для рыбы, и хорошо натираем всю тушку, включая брюшко. А дальше очень важный момент. Замаринованную рыбу сразу не запекаем, а отправляем в холодильник на 1-2 часа. Именно такой нехитрый ход и позволит нам избавиться от речного запаха и привкуса. Пока рыба маринуется, нарезаем четверть кольцами лук. И полукольцами лимон. Достаем рыбу из холодильника. Хорошо натираем ее сметаной со всех сторон, включая брюшко. Закладываем в середину половину лука. Немножко солим его, перчим а дальше вставляем в разрезы дольки лимона. Несколько ломтиков лимона кладем также внутрь карпа. В оставшийся лук добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем. Теперь берем рукав для запекания, высыпаем туда лук, разравниваем его. И сверху на луковый слой выкладываем подготовленного карпа. Завязываем рукав с двух сторон. С помощью зубочистки делаем сверху несколько проколов для выхода пара и отправляем нашу рыбу в заранее нагретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Затем аккуратно разрезаем рукав и продолжаем запекать еще 10 минут. Вот и все. Вкуснейший карп в сметане, запеченный в духовке в рукаве, готов. При подаче рыбу можно посыпать цедрой лимона. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.